сижу, играю, ну смотрю, такой бац вылетает. Думаю, что за бред? Чё, бан прилетел от PSN из-за аккаунтов? Думаю, не, невозможно. Ван. Смотрю, такая надпись Да, вылетает. бан. Смотрю, такая надпись вылетает. Пользователь Михаил Алексеевич Тихонов зашел в сеть PlayStation 4 с другой консолью. Чё за бред, блядь? Ваш Сразу аккаунт понял, что за обошли. мути. Не-не, знаешь, что тогда думаю, что за бред, кто может? Леголас? Нет, у него метро уже Кто есть. может? Александр, я попросил его аккаунт мой удалить. А этот Я петушара его не удалил. случайно перепутал твой единый аккаунт, Я сука сейчас... свалился. Я сейчас, блядь, приеду в твой электроуголь, джойстик засуну в жопу и прокручу. Надо. Полсраки в тачпад превратится. Нежданно, негаданно, Надим. Петушара, блядь. Я еще, главное, ты все-таки реально не... думал, вдруг бан Стой. прилетел, вдруг еще что-то. А этот дебил, блядь, Стой. аккаунт перепутал. Петушара, ты, значит, ты был все это время не в сети? Нет! Кто я? Я думал, тебя опять отпиздили. Мы тебя ждали в Радуг. Даже меня тебя ждал. В дивизион. Кого? Бред, блядь. Петушара, ну господи! Ну. Вы знаете, кто такой Том Клэнси, да? Типа я прочитал про него немножко. Ну да, это создатель. Ну, сроду разработчик даже. Или. Он не разработчик, он как бы сценарист. Сингла. Ладно, я сейчас пойду выйду из тусовки, сейчас достримлю и вернусь обратно. Петушары. Ну охренеть, блин. Как вы? Господи, на самом деле мне рано самые лучшие друзья, вот просто. О, господи, так это она про вас кричала. Живой! Вы за ней? А так. А, кстати, а как я выжил, интересно? Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Может. Идемте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет Стоп, лучше вот не показываться. Щиток. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, ну вот. А я пока этих... Короче, сегодня будет два стрима по метро, да? Один начал, один будет, так сказать, начало, другой будет заключение. Генераторный, видать, не зачинили, товарищ сержант. Не спешите. Не вставайте, так будет тише. Держите стены. Держу стены. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить! Так точно! Уже бегу! Ермак. Давай. Это, интересно, кликуха его или просто имя такое? Не, наверное, кликуха. Так, извините. Извините. Продолжаем. Специально, это охраны слишком много. Кстати, мне вот... Даже не знаю. Это интересно, что ли, даже? Почему хоть здание сохранилось в такой целости и несохранности? И вообще, что ты тут встал? Он тебе Здорово. По вопросам тут задавай. Стойте! Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Ничего, работай давай. Что ты там бубнишь? Охранять надо, тут ходят всякие, отвлекают. Это я про себя, Семен Михайлович. Снова подберите к нему поближе. Эй, Ермак, пора тебе на свалку. Старость не радость, да. С
Согласен. А ты как здесь оказался? Так, идемте. Как здесь оказался, алло? Погодите, погодите. О, чуть-чуть можно взять. Банки. Отлично, теперь кидайте. Куда кидать? Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично. Давайте туда кинемся. Идемте, скорее. То есть банки теперь это у нас новое нововведение, да? Проходите быстрее. Проходим. Удачи вам. Спасибо. Тебе удачи вдвойне. Опа! А что ты всё? Чё ты не в форме красных-то? Не Ганза там, не Орден. Артём! Господи! Живой! Ты ранен? Жетон Хантера выдержал пулю. А, вот как он выжил. Не дергайся. Жаль. Внимание, повреждение управляющего модуля. Идиоты! Да вам теперь по законам военного времени одного расстрела мало. Это широкополосный подавитель радиочастот. Что? Глушилка. Москва Шу. Не слышит никого. И Москву никто не слышит. Я был прав. Твою ж мать! Европа. Ты слышишь, Артём? Украина. Россия. Ты понимаешь, что ты был прав? Там не только Россия. Там весь мир, Артём. Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет, а вы как дети малые. Весь мир еще жив. Да. Успел сказать. Скоро вся охрана здесь будет. Черт. А, не стреляйте. Тёма? Я с ним. О, Ермак. Здорово. С вами. Бежать вам надо. Ваше, оно вместе лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана. Быстрее, сюда. Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. Кто вы? Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите, главное, проберите мандар. Блин, мне нравится актер этой озвучки. Актеры, да что? Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Ты странно чувствуешь? Здесь враги. Ну чисто я в глушилках. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Зачем рядом? Тёма, не забывай про датчик видимости. Вот я, конечно... Если суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай. Дай сухарь револьвер возьмём. Чё тут у нас? А, пидор. А вот реально, вот, я, конечно, никогда не думал, что я сомнюсь в своём знании лора метро, Артём, но... Артём, к тебе идут двое. Попробую выглядеть сверху. У меня вопрос, а какие враги-то хоть? Я рано не знаю всех тонкостей. Я просто знаю то, что случился атомный кабум. А из-за чего случился, я не знаю реально. Надо будет узнать. Ага, и сами не
под гражданских хочет. Ты салага тут. Людь! Тимур! Где калаш твой? Ладно, включи. А вот и калаш. Ну, какой-то стоковый калаш, это АК-74У, наверное. Там тут еще есть, да? Господи. Серег, зарядный револьвер. Где вы это можете увидеть? Ну, кроме как в метро, конечно. Привет. Ты не спорь, Грей, враг не дремлет. У нас такого, как сейчас, давно не случалось. Ну-ка, давайте. Это там что? Так, то есть мы сейчас везде офнули свет. А, не вру, не везде. Нет ничего. Итак, я лишился своих патронов для револьвера. Опять несколько потушил. Прошу прощения. Кстати, как-то вот, находите как-то странно то, что, ну, вообще никак никто не заметил следы того, что тут Ганза творит. То есть, внимание! В командном центре произошла диверсия. Артём, меняю позицию. По всем неизвестным огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Артём, ангар рядом. Станция подавления возобновляет работу. Тихо, с ним уже. Отлично. Мы внутри. О. Теперь осталось найти. Я смотрю, у нас будет получше, да? С прицелом, вау. А, видать, теперь надо зажимать. Теперь недостаточно просто. А это куда? А, не, это туда, не-не-не-не-не. Туда нам не надо. О, мой любимый метательный ножи. Ага, вот и паровоз. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Клёво. Давайте посмотрите на датчик освещения. Но датчик освещения — это вот эта фигнюшка, которая у нас на левой руке. Это еще синим горит. Иногда. А я тебе говорю, там за воротами шумело что-то. Нет там никого и быть не может. Эти же ворота наружу. Может, стражи шастают. А если диверсанты? Но тогда их стражи уже схарчить должны. И нам всем спокойней станет. Ну, не знаю. Подозрительно все равно. Ты как хочешь, а я тут еще подежурю. Это там что? Эй! Будешь спросить, как ты обо мне узнал? Хотя, наверное, это лучше и не знать. Группа Д, занять диктатор. Эмиран, интересно, как работает эта фигнюшка с освещением? Вот и славно. Подождем, пока они берутся. Все чисто. Нежданчик. Молодцы вы, добрались все. О, кривая анимация, всегда. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз, он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх, Тёма, включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посмотрим.
Ну тут тогда. Есть, а сколько еще таких объектов у Ганзы? То есть, еще охрана, не отбивайся. Просто таких, типа, вот, сверхважных, а просто важных. Ну вот это один из важных. Я бы даже так сказал, ну, потому что, ну, паровоз и глушилка. Так, извините. Поворачивайся, паскуда. Повернемся. Я встаю. Все, всех разобрали. Врубай поворот. Все соберем, все надо. Артем, времени нет. Изменяется этот нововведение, то, что теперь можно... А, вру. Это было, это можно было еще и в старых частях. То есть автоматы зарядить. Ай, блин. Не заметил, в чем стоит. Ах. Это как-то странно, эта сцена она сделана, то есть ты толком врагов не видишь, ты... Они просто появляются на долю секунд, ты их замечаешь, а они потом, опа, снова в укрытии. Еще мне не нравится то, что здесь загрузки очень долгие иногда. Артём, надо включить круг! Сама не можешь делать, что ли? Тревога! Всем группам немедленно в ангар! ТП в метро, что оно не восполняется, потому что надо дать себе аптечку. Правда, теперь у тебя их может быть неограниченное количество, но... Все равно. На нах. Воу. Ничего себе. Ты как, живой? Побежали к паровозу. На платформе ручной привод есть. Им... Артём. Что, она забрала его? Два сюда приют. О, да, игра лагает. Тёма, помоги! Помочь. Всё, а, давай вместе. Ночные приводы. Еще немного. Вместе. Итак, какой надо силу сложить, чтобы к фигуре повернуть? Ты же приходит. Конечно. Игра лагает. Танцуй на месте. Радуется. О, я что и говорил. Все, умер мужик.
Понял, база, конец связи. Так, этих в расход. Машиниста... Я не понял, что значит в расход? Не лезь, не свое дело! Это ты не лезь. Сейчас полковник тебе все разъяснит. Товарищ полковник, тут такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня! Какого черта? Артем! Ребята, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер. Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артема стреляли! Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не останешь. Дошло, наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ, там, в котловане, люди из других городов. И да тут и всем молчать! Всех женщин, потом детей. Объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения решать, не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно. Артем, Аня, это же наши. Своих не бросает. Если не ты, то кто? Кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полностью. Артем, пошли выйдем на свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! Да ладно тебе. У них лишь только... И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Да он не врал, кто спасти врал нас, наоборот. Тебе, мне, да всем вообще, всем... Сейчас сделали. А пулемет? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все знал и молчал! Это было последнее предупреждение! Немедленно остановите локомотив! О, черт! Ты как? Порядок? Царапина! Останавливаемся! Но тормоза тут ни к черту! Ермак, начинай избавлять ход. Пусть думают, мы послушались. Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек. Гранатами мы их только краску поцарапаем. А если их внутри? Крыпчатки маловато. Разве что всю втопку им засунуть. Давай, полковник, разрешите мне. Добровольцев здесь назначаю я. Пойдет Артем. Почему Артем? Он эту кашу сварил, ему не расхлебывать. Артем, как ты тормозил, прыгай. Окей. Пока отвлеку. Ты что ли, Яков Борисович? Я. Некуда там ехать, Мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство, предательство. Да охренел, паскуда, меня предатели?
А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Однажды до трибунала не довезут. Так, так, так. Как они не заметили? Ты мне не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам столько лет служили верой и правдой, кровь пилили! Врагу продался, а не нас дотла, а ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду, всегда! Я сдохну, если надо, за родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида! Короче, сейчас будет план перехват, да? Это, предполагаю, мы сейчас... не выживем. Наверное, не лезь на рожон. Ваше время истекло, полковник Мельник. Мы избавляем... Давай. Тормозаги, к черту! Не волнуйтесь, мои люди помогут вам разобраться. Как они меня не заметили, мне рано было. Готовься тормозить. А ни хрена. Блин. Почти. О, орел. Ха. Я что из орла? Так, вот большой лишь посмотрим в город. Предлагаю лучше сразу все спустить на фарш. И все. Ваше время истекло, полковник Мельник. Мы избавляем ход. Тормоза не к черту. Не волнуйтесь, мои люди помогут вам разобраться. Там у кого-то был, помню, калаш. Теперь и тебя, и прихвостей твоих, и дочку твою уже не как дезертиров. Как собак бешеных. Пулю и в тювет. Лично тебя пристрелю. И не в затылок, в рожу твою. Скотина кровавая. Отставит, по-видимым. В решето их всех. Огонь! Артём, скорее, на себя сквозь не разнесу. Не разнесут. Вообще так предполагаю, нас и так бы заметили, да? Бля. Блин, он сказал, я сдаюсь, не стреляй. Я не услышу. Ну, если мне не просто ран сказал, я сдаюсь, не стреляй. Шри, не стреляй, не стреляй! Я просто кочегар, я не с ним. Кстати, это сейчас он не поезд ли из Ласт Лайта?
который в конце был. Что это было? Любит. Но не меня, это главное, Юра. Поздравляю! Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Ну да. Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры. Потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Ну да. Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть как это не окончено? А, не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Вау. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» – сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой. Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилки, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы слышало про невидимых наблюдателей. Слышала, но это же просто сказки. Оказывается, нет, не сказки. Это ну, они вот, да. И есть. Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы.
лестнице? И что за ковчег? Если Артем поймает позывные, все узнаешь. А если нет, то и говорить не о чем. Ты думаешь, этот ковчег все грехи спишет? Нет, но если есть идеи, что делать, милости прошу. Да, есть. Найти место, куда людей из Москвы вывести. Как Артем мечтал. Опа. Врагов всех сдать. Отличная идея. Ну-ка, это что? Объявляется общий сбор. Точка сбора. Город. Всем слушать. 1-1-7-9. Квадрат 1-8-5. Повторяю. Объявляется общий сбор. Ну-ка. Точка сбора. Код 1-8-1-1-7-9. Квадрат 1-8-5. Только сплати фриды. Ага, да, ремонтал. Ясно. Маршрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это... Это я мигом. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня утренней зари и крейсер... Ну, сами знаете чего. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, и решено. Тогда за Аврору! Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак, полный вперед! Ковчег. Есть! Пойду следующую. Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? Я Мантау. Ковчег. Хотя, а я бы тебе знаю. А вы Ямантау. О, Ханечка. Ждал от Амура стрелу в сердце, а получил от небритого мужика пулю, но мимо. Давайте посмотрим по нашим. Полазим по нашим. Порвусь. Что, Моисей наш? Чуешь, какой воздух без намордника сладкий? Или не сладкий? Сколько у него оттенков вкуса-то всяких. Странное чувство, да? Помню, как ты нам рассказывал, что на Останкинской башне противогаз, когда по темным ракетами шагал. Тогда воздух не подгорчил. Но как знать, Артем, если бы ты тогда ракеты не пустил, то и на башню бы не полез. Сигнал тот по радио тоже не услышал. Жизнь, знаешь, странная вещь. Одна случайность, другой скована, как звенья цепи. И ты тащишь эту цепь из темного колодца. Звенья появляются по одному из темной воды. А что дальше, ведре? Чего в конце придется испить? Вот она, загадка. Я вот часто, как выбор какой, долго думаю. У каждого поступка будет последствия. И бросить цепь нельзя. И хлебать из ведра придется до дна. Вот и каково оно, чувствовать себя Моисеем за цепь потянувшим. Ладно. Глупо человеку всю жизнь чужие приказы исполнявшему, а
о таком думать, да? Ну так на то я и идиот. А вот что будет на конце твоей цепи, все же интересно. Да, и на тебе. Слушай, если радиации нет, получается, мы тебя всех из Москвы вывести можем? А не важно, какая радиация, товарищ американец. Жителям Москвы придется остаться в Москве. Почему в самом деле? Совсем мало отъехали, а радиации нет. Это у вас в Америке, может, так все просто. Было. А у нас тут все всегда очень сложно. С утра мы герои метро, а к вечеру уже вредители и шпион. И это еще до того, как поезд их под откос отправили. А все почему? Потому что теперь мы знаем кое-что, чего раньше не знали. То, что считали правдой, оказалось ложным. И только за это нас готовы к ногтю все. Ну и что? Ну вот начальство Ганзы, наверное, знало, что тут можно жить. Но люди простые ведь не знали. Мы скажем им, кто тогда захочет остаться в метро? Скажем? Да если они ради своей правды баб с детишками через мясорубку проворачивают, то уж тебя-то, дядя, самоподавно схарчат. Вернуться никак. А радио тоже. На то глушилки и стоят. Ну или так. Прорвался ты, Рэмбо, такой не тот. Донес до них истину. Все тебе, конечно, сразу поверили и говорят, окей, мы сей, валим из этого странного Египта. Ты представляешь, сколько людей из-за этого погибло? Представь себе население средней станции. Даже если Ганза стрелять не станет, куда они дойдут? До первого гнезда на Сочее. Это мы тут фигачим на Восточном экспрессе в рассветное солнце. А там будет другая картина. А если организовать эвакуацию? Кто это сделал? Ганзейцы, которые нас 20 лет в катакомбах продержали? Или мы с тобой? А ведь надо не просто из Москвы вывезти, а и привезти куда-то. Где-то поселить, чем-то кормить. Нет, я тебя понимаю, но тут все явно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Да, просто воздух чистый. Дышать можно, я обрадовался. Так это что вышло? Полковник знал, все получается. Ну, тебе до сих пор кривые. Ну, окей. Ты точно в порядке? Я ведь тебя знаю. Точно. Как человек правительство. Ну, давайте, что? Стартуем. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? К сожалению, очень малы. Да. Ой, игра пока загружается. А ведь рано, если подумаете, ведь. Вот сейчас, типа, карта, да, вот справа изображена своего рода карта, а ведь тут реально везде находятся люди. Не везде, конечно, как сказала та бабка, но есть же. Вот. Проехали всего лишь на 100 километров от Москвы. Это достаточно мало, кстати. И тут уже воздух чистый, люди, поселение, в конце концов. А ведь, казалось бы, всего-то какие-то 100 километров. А держится тут только один вопрос. Скольких же людей Ганза перестреляла, которые пришли из не отсюда, не из Москвы? Как минимум
тысячи, наверное, 2-3 точно висит, как и минимум. Вот за все это время, за все 20 лет. Наверное, даже вот, когда все только началось, то там где-то через год, может, через 2, может, даже через 5, когда фон начал уже потихоньку начал сходить. По-любому уже даже тогда люди начали лезть в Москву, ну, типа аж столица. Надо хотя бы узнать, как там-то все происходит, может, там она осталась цела. Да. Ну вот они и лезут. А в итоге находят Ганзу. Либо на их блокпост напираются, либо просто как-то. Ну и по пуле в лоб и все. Но есть еще один вопрос. Есть еще один вопрос. А как они добрались до Москвы без противогаза? Как они были в самой Москве? Тот же. Вот, мы уже один месяц вроде как находимся в пути. Где-то там. Где-то неделю, что ли. Там податок посмотреть, что было. Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Никак не той получится. Жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. О, ведь... Ух ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Сигнали, да. Огневой контакт! Четверо, дрезина! Всем руку! Вот сейчас Артём, ты как, цел? Цел. Один цилиндр накрылся. Настолько все плохо. Двигаться можем? Нет, приехали. Проклятие. Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье. Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть баб с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть. Может, и я с Артёмом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберемся, от Авроры ни на шаг. А они в паре. Пошли, Артём. Справятся. Пошли. Ермак, когда сможешь починить Давай. Аврору? Новая модель, походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкции внутри. Походная мастерская. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Это не проблема. Пойдем, Артём. Мы там осторожнее только. Mm. Ладно. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Красота. Деды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? На что-то. Слышишь колокол? Вот мы на них много страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы. Да, рабы, слон. Спускаемся. Ну-ка, тут что-то есть? А, потом поищем. Ну я же покажу, что я нажимаю на L1 и на треугольник. Там же в редакции. Там же на эту кнопку фонарь, да?
А, вот ресурсы подъехали. Кстати, их достаточно много. Чему-то. Яблоко. Как ты яблоко будешь использовать? Или я что-то не знаю. Что-то дозиметр пощелкивает. Мне это немного напрягает. Так, тут подсказочка L1 и крестик, что там нажать. L1, вот. И походу нам спускаем. Опора ЛЭП. Для снайпера место лучше не найти. Идем туда. Все, подождите, подождите, подожди, женщина. Все, не хватает, да? Ладно, ладно. Тут хоть что-то. А где солнце, у меня вопрос. Это что ли солнце, хотел сказать? Как-то оно странное. Конечно, фильтр, спецэффект, игра со светом, это, блин, очень красиво смотрится. А вот сохраните игру, вы можете меню паузы. Здесь еще можно быстро сохранение делать, да? Артём, заяц! Я один видос вспомнился. Вот, блядь, я здесь лазил, в прошлом, когда вчера играл, тут были ништяки, я их собрал, и чё, всё хотите сказать? Их больше их не видать? Заебу. Ну-ка, ну-ка. Кстати, да, бегать в метро Эксодос нельзя бесконечно. Стоит наше что-то вставать. Тут где-то не замерзайка. Артём, далеко не отходи. Слопают жену твою, что делать будет? Артём, у причала есть лодка. Как закончишь, давай ко мне. Чтобы твою жену, что будешь делать? Новую заведу. Как это все очень в плохом состоянии. Блин. Вот это да! Вот это прикол! Кстати, тут еще можно будет найти прокачанный револьвер. Вот я сейчас думаю, я его найду. Это с внушителем выброшу. Еще один домик. Так, тут я не был, кстати, если не ошибаюсь, тут я не был. Ну-ка, сральник. Тут есть. А, тут много чего есть. Правда, туда, наверное, заходить не буду. Ну, пролезай. Давай так разберем. Потом. На тебя сейчас поставим глушитель и так далее. Вот, да. Установить прицел. Ага. Тут. Потом мы получаем импровизированную ППшку. Стреляет она, кстати, патронами от пистолета. Вообще, это не ППшка, это ублюдок. Просто с него сняли все обвесы, с него сняли приклады, прицелы и магазин поставили уменьшенный. Это сделано в угоду крафтинга. Системы крафта в игре. Потом у меня было вопросов, а вы не охренели? Нет, они не охренели, они это сделали. Для того, чтобы играть было еще больше интереснее. Да, еще больше интереснее. My Russian League. Нет, ничего, да. А вот тут, кстати, будет лежать еще один ублюдок. Вот, да. Кстати, я сейчас, что я рано не прикалываюсь, он рано называется ублюдком. Английская версия называется... Артём, ну, я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Как устроюсь, вызову. Там, что написано, верь в царя, что ли? Удачи.
Цель царя. Ладно, фиг с ним. Попу ебать. Так, в этот дом, думаю. Кстати, а реально, честно, можно в него забраться? А, да-да-да, можно, можно, можно. Я ведь прав. Я прав. О, господи. У кого-то было очень тяжелое... У кого-то была очень тяжелая жизнь, я смотрю, да? А. Он не один такой тут веселый. Поселение. Позиция отличная. Все как на ладони. Ты можешь глядя на вашего мужа, тебя хуже характеристики. Да, эту фичу мы знаем. Можете не рассказывать. Так, этот дом, думаю... Не, думаю, лучше чекать его не буду, сейчас чекну вот этот, он повышает больше доверия. Креточ. Если интересно, то впервые эти креветочки появляются в метро Lost Light. Звук пролагал. Ну, все как всегда, короче. Еще один Bastard Gun. А теперь уже с ложи. Попрошу заметить. Стандартный приклад. То есть теперь уже, да, как с рода автомат уже, да? Только автомат какой-то немного фиговенький-то. 15 патронов всего. Но нам больше и не надо. В принципе. Похоже, тебя заметили. Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. Без бок. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирные. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Давайте, кстати, вот... Кстати, друзья, давайте реально сейчас оставим ублюдка здесь. Сейчас тебя разберем, друг. Установить. Теперь, так предполагаю, глушитель на дробовике ставить нельзя, да? Ой, блин, правда, в состоянии таком, блин, заражение дерьмовым. Ладно, фиксим. Сейчас найдем какой-нибудь верстак, почистим. Подожди, а мне можно как-то отсюда выйти вообще? Подожди, как мне выйти отсюда? Алло, пипл. Вот, все, слава тебе, Господи. Все, поплыли дальше. Сейчас там где-то много домов, которые можно реально залутать. Вон, текстурка встречается два раза. Так, тут лутать нечего. Все в воде. Тут тоже. Хотя, а зачем хоть, кстати, Волга так разлилась на себе? И да, я верно сказал, что это из-за взрыва. Маша. Но Маша-то нам, это понятно. Пустите. Мир тебе, добрый человек. Святой отец Силантий как раз начал проповедь.
Заходи. Сообщить родину. Только оружие не доставай. Народ у нас мирный, не стоит их пугать. Соблазнами дьявольскими и даруют спасение. Вы злые, злые, никого вы не спасаете. Наших всех убили, и папу моего убили. Своеобразный блок, что ли, моего пути? Спокойно, братья, спокойно. Задор с моста никуда не деться ему. Скоро здесь будут наши воины подвиги! Скорее! Вот этот дядя с паровоза! Он нас спасти пришел! Правда, Боже! Я уже и не надеялась! Мы с дочкой тоже не отсюда! Силанти нас уже год в церкви держит! Да, мостовики говорить еретиками не станут! А я все-все расскажу. Уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантьевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите. Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артем, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Уходите, а мы с Настей... Да я и не переживаю, как бы. Тут пройти нельзя, да? О, еретик. Сейчас всех порешает, кто еретик. Еретик. Ну как правильно, еретик или еретик? В деревянной броне. О. Ложа для Ашота. Калаш. Кстати, подождите, давайте сейчас, кстати, и поухаживаем. Поухаживаем, своего рода поухаживаем, да. Установить. Ага. Так, а никого не волнует то, что мы сейчас полазили в текстурках этого бедного чувака? Никого не волнует. Вот реально, я прям не стрёмно смотреть на оружие, когда на плохом состоянии. Ну, это же реально стрёмно выглядит. Выходи, нечистый отпрыск сатаны. Кстати, самое прикольное то, что в трейлере так как... Артём, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребёнком. Но ты справишься, я знаю. Что в трейлере, кстати, у нас тут прям есть прокачанный револьвер. С коллиматором, с глушителем, с ложем. Это есть. Так видели? Ну, он не... Он не заорал, так что, в принципе, нас не заметили. Что у нас здесь? А? Еретик? А, давай, давай, пристрели меня. Хоть бы и пристрелил. Да что это? Что у нас тут? А, тут у нас... Вау, 23-й фигнишки, фигнюшки. Гайс, как тут пошастаем. А, теперь их можно еще обезвреживать, да?
Конечно, мало, но мало по-малому. Ну а кто? Да вот, братья говорят, сам сатана. Ты, ну, ты лгай больше. Что за такое? Заметили, да? Хватит! Кстати, это одна, кстати, из новых особенностей метро в том, то, что если враги понимают то, что все, им кобзда, они могут рано сдаться. Они будут уходить к вам с поднятыми руками и говорить, типа, все, все, это бессмысленно. Давай, я жить хочу. Так. Понятно. Мой любимый. Тут у одного можно найти, если не ошибаюсь, как он? Двухстволку, во, вспомнил. Долго думал. Так, братишка, не обессудь. Что-то не помню, где клаш находится. Рядом еще обреченным. Вот про что я и говорил. Дуплет. Бум. Правда, конечно, в таком сбитом состоянии вообще. А что это наш? Пум-пум. И все. Лодка была. Там, вдалеке. Сейчас пока пройти. Ты куда хоть сам-то он делся, этот проповедник? Так, вот, что тут выход? Вот лодка, да. Давай, поворачивай. Сейчас мы сейчас будем плыть к Аврое, но обратно. В принципе, давайте, почему бы нет. Ты как, цел? Молодчина, а то я уже волноваться начала. Ты там такой шум поднял, обнять бы тебя сейчас. Но надо Катю и Настю на Аврору отвезти, так что увидимся там. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Вон, стоит Аврора. Блядь, какую-то живность меня чуть пугает. Ой-ой-ой. Привет. Иди. Все. Вот, там вот из наших стоит. Артём! Сюда! Ну, да, я прав. Нет, потому что никто бы близко к этому хоть бы не подошел. Гадзом мог в такое мутировать, я просто вопрос. О, стреляет. Давай! Привет.
это, бля, чё было? Кит? Ух и здоровый, сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знаменем? Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот Мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там чего на память, а то мне тут сидеть еще. Давай. Креветки еще достают эти. Эти что там бухтит? Бухтит. Карту проверить по заданию. Ну вот, да. Тут нажимаем R2, а вот поворачивается. А может за зуми держит. Подождите, подождите. Подачи. Да, можно. Так. Что-то я начал путаться. Ну да, стрелка достаточно большая. Самолет, да, говорит, сразу разбился? Ну, давайте проверим, что. Счетчик пощелкивает уже. Какой-то военный самолет, что ли, был? Или частный? Что-то вроде частный. Что-то скелетов нету. О! Калаш сейчас будет у нас с прицелом-то. Вот, установить. Это не понял, реально, это калаш или К-74 урезанная версия? Чтобы установить ее, найдите верстак. Ага. Вот, что-то есть. Глупо вышло. Надо было на том поле садиться. Хотя тянули, ведь и долго тянули. А тут... А вообще, какая разница? Отсюда нам до Москвы точно не добраться. Мне-то ладно, все равно один. А у остальных родственники там, наверное. 10 лет прошло, но может живы еще. Ладно, будем обживаться тут, раз уж живы остались. На мосту вроде место неплохое, хоть не затопит. А там, может, по железке рванем, в общем, посмотрим. Помню, в метро есть такая байка об одном пилоте, который побывал в Екатеринбург. Который из Москвы прилетел в Екатеринбург, из Екатеринбурга, потом снова пытался добраться в Москву, но не получилось. Может быть, кстати, это он и есть. Я Аврора, а вот Аврора. Стреляют. Что там стреляют? А, там же демон прилетел, да. Загоним. Стрелили. Так, креветоч. Успокойся. Блин, конечно, звуки в метро. В новом метро. Это реально, потому что
чем-то. Они не боялись тут жить? А ну, включим костер. Зажжем все. Что у нас тут? А тут у нас... Даже не знаю, как это правильно объяснить, что ли. Могила. А вот и Артём. Вернулся из бездны. Живой! А то нам князь тут таких ужасов понарассказывал. Пулемет. Идем, тут как раз папа с Катей разговаривает. Они клевые. И Катя, и дочка ее. Катя еще и медсестра, кстати. Катя, спасибо вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Давай. Артём, зайди после баты ко мне. Тут тебя подарок дожидается. Артём, молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту скрывается некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. Разберемся. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем. Потому что в целом только запуталось все сильнее. А, оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы. А, в любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем все. Из источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Тут что-то есть. Ну ладно. Так, говоришь, что тут когда-то подарок не дожидается, да? Как тебе рюкзак-то? Не трет нигде, не давит? Крепления не бренчат? А у меня тут для тебя подарок. О, да. Тихарь, помнишь? Помню. Пневматика. Но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать. Хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи. А то не выстрел получится, пшик. В остальном, безотказная штука. Уж я постарался. Так что, носись честью. Иначе будешь патрон бить тише всего, да? Значит, сейчас соберем. Так. Легкое порядки звезд. Угу. Понятно. Артём, сразу как отдохнёт. Так, ну давайте побежали. Привет, Артём. Так. Здорово, Артём. Ты там молодцом выступил. Наслышаны. Давайте сейчас пытаемся как-то так пройти. Вот таким образом. Там я просто помню, находится лодка вдалеке. Там у нас крест, да? Ну, сейчас тогда давайте поищем там лодку. Ну и затем уже отправимся к кресту непосредственно. Где там, чего хоть его зовут крест? Один из сектантов или... Потому что, ну, механик, типа крест.
Ну, да, текстурки погружаются, ну да. Все как всегда, короче. Мы, кстати, далеко забрались от Москвы. Волга находится, если я не ошибаюсь. На 770-м километре от Москвы. Или где-то так. О, бандит. Ну ладно. Тогда будем по-плохому. Интересно, а можно дать выстрел залпом? То есть сразу на тебя. Так. Вот проблема реально в том, что хп не восполняется метро, иногда. Раздражает. Не знаю, кто сейчас больше испугался, я или... Лазер подъехал. Давайте тогда сейчас лазер установим на калаш. Угу. Так, что все, да? Судя потому что мелодия прекратилась. Так, ну что тут у нас? Вот тут будет этот револьвер прокачанный. Да, вот он. Но пока я смысла в револьвере не вижу, потому что нету снайперской модификации у нас для него. Что, да, пока смысла нету. Это лэп, что ли? Ладно, давайте спускаться, короче. Что, у меня оружие почистилось из-за дождя? Серьезно? Кстати, вот... Знаете, я вам так скажу, я когда покупал метро, я думал то, что, ну... Игра будет совершенно другой, а я смотрю... Как бы, да, она другая, но... Это все та же самая старая любимая метро. Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил в дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Ну, бывает. Так, давай там договори там. Я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Почему мои-то? Я не знаю, что кого-то. Мировоззрение не такое, как у меня. Как попасть туда? Он должен нам типа сказать то, что здесь находится рядом Мичка. Ну и...
ничего себе, договорюсь, хочу сказать. Ладно, паскуда. Помни, где-то находится. Надо лодку найти. Проблема будет решена. Подождите. А можно ли по канатной дороге пробраться туда? Так если можно, то вообще топ. Давайте разберем этого ублюдка. Что в трейлере, я помню, что Артемка уже много раз на зиплане катался. Зато и узнаем, можем ли мы покатиться на зиплане. Семён, вот все. Сектанты теперь на коне. Я четверть груза давал, и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной трясине я мотал платформу 200 километров толкать. Понятно, на коне мы уже. Серёгу отправляем к тебе. Он ведь мой ответ. Что? Я не могу на... Серьезно? Даже не знаю, где лодка находится. Охренеть. Ну что, теперь я еще должен полагаться на свою слепую интуицию, да? Ладно. Я сейчас просто маршрут осматриваю. О, блядь. Все, что нельзя никак пробраться, что ли? Да, давайте крестаж пойдем, вызвоним сразу. Тут и сердцебиение стучит, да? Вот это сейчас стучит, это означает, что мы выдохлись. Поэтому в метро ты хрен... Ну, Эксодус, точнее, хрен побегаешь долго. Ни лодки, ничего, как пробраться? Блин, что-то мне Тайрана Сталкера напоминает сильно. Так, привет, чуди. Слушайте, ну тут была лодка, это я знаю точно. Прямо тут совсем рядом. Около Авроры. А вот и лодка. А чё хоть в Аврору-то... Кстати, не выключили-то. Чуть до сих пор печка-то горит. Какая-то, что у вас дров много? Привет. А ты, Артем, что, порт собираешь? Да. Пойдемте так, спустимся. Сейчас налево вернем, сейчас как раз и будет лодка. Вот, надо. Так, давайте тогда сейчас... Даже не знаю, вот реально, за крестом поплыть вначале или... Не, давайте лучше вначале за этой, за нычкой заплывем, потом зато одно вам покажу, где он находится. Сейчас мы креста освободим, я вам покажу эту нычку.
Я не знаю, я на самом деле так всегда хочу поиграть в метро, но я не хочу стримить. Просто. Хотя я поступлю таким образом. Я посмотрю. Если просмотров будет много, ну я продолжу. Если будет, блядь, как с Red Dead Redemption, то нахрен надо, я сам пройду для себя. Счетчик потрескивает. Так, ну значит. Угу. Так спокойно. Что-то прям пугает для метро. Переветочек. Я даже могла бы безмятежно. Вот это, кстати, как раз пугает меня. Что безмятежно. Я привык, что в метро все время то красные, то ганзы, то фашисты, то бандиты. То еще какая-нибудь челюсть нападает на тебя, а ты так просто плывешь и спокойно. Что даже реально вообще непривычно. Тебя ждешь, что либо слева, либо справа тебе полетит маслина. Сейчас она говорит, что это чудо будет теперь на нашей лодке, на моей лодке. Да вы издеваетесь! Бэээ, вы издеваетесь реально, что ли? Что ждать теперь полминуты, когда этот уровень загрузится? Я обожаю метро. Особенно, блядь, построение сейчас, подождите пару секунд. Так, извините. А, я говорил, сейчас еще полторы минуты ждать, пока все загрузится. А, нет, чуть меньше. А, то есть, как только я подхожу к Авроре, у меня автосейф начинается. А ты, Артем, что? Форт собираешься? Людей там нет. Я, по крайней мере, не Я знаю то, что в этой лачухе, которую хочу вам показать, там находится верстак, там можно поспать. Где мой штук? Ну, в общем, такой своего рода укреппост. Не, даже не укреп просто, а просто. Ладно, фиксим. Давайте сейчас вначале улучшайна креста вызволим. Потом уже полезем туда. За что я часто не люблю Open World игры? Ты, блядь, мечешься, извиняюсь за выражение, как говно, а потом тебе говорят. Извините, у меня тут кое-что случилось.
Так вот, так что ты мечешься, как не знал что, а потом тебе говорят, извини, братан, тут это, моб соспавнился, так что тебе капждец. Ничего не предлагаете сделать, когда он соспавнится, сразу убегать? Я не тот человек, который бежит от проблем. Сколько времени-то? 12.42. Так мало. А теперь давай сейчас осторожно, потому что это как раз вот там чуть дальше, это чудо и появилось. Хотя что хоть у нас здесь находится, подождите. Я еще тогда приметил, когда был на той вышке с бандитами. Вот кто-то хоть пометился. Критично, да? То есть, подожди, то есть тут что-то есть определенно. О, сейчас нас пало, заметь. Мне, в принципе, больше не надо, чего я вот верстак нашел и все. Так. Угу. Потом. Из брони. Компас. Тут тебя чистить надо? Тебя точно надо почистить. Да, не надо. Тебя. Почистим. Тут у нас все в порядке. Тут у нас тоже все в порядке. Тут. Ну, тоже все в порядке. Так. Давайте это поспим. Сюда ночь наступит. Сразу так пропустить этого моба, то вдруг что. Угу. Так, теперь у нас есть компас, он нам позволит, если не ошибаюсь. Ну, конкретно так показывать позицию. Нет, это позицию, что не сюда. Пусть он нам позволит. Ну, он конечно, нам будет указывать на цель. Так, да, скажу просто. Он будет нам указывать на цель. Посмотрим, так. Что идет там такое было? Сейчас давайте что-то обойдем. Это бункер. Это аномалия. Где лодка? Где лодка, мать ваша? Она была тут рядом. Вот лодка. А дать пока нам ничего натянем. Давай назад. А теперь вперед. Куда ты? Да господи. Там аномалия, я понял.
Вон там это, животные. Нормальных размеров. Текай из города, чему сказать. Просто на лодку я забрался. Не надо на лодку, мне надо ссыл лодку. Ты, блядь, жопа сиди там. У меня патронов нету. Я ненавижу Петро. Ладно, все, короче, просто в пятую точку, просто давайте уже отправимся к этому кресту. Я не понимаю реально, что за бред? Почему я тогда это, не было этого моба? Опять уровни грузятся по полчаса. Ну что, дайте, я вам завтра покажу, где эта фигнюшка находится. Фигнюшка, в смысле, лазейка, которую я вам пытаюсь все это время показать. Где я? Подождите. Сколько у меня патронов-то, кстати? 50? Так мало. Нет, мы доберемся. Так, крест у нас сейчас располагается вон там, да? Справа. Или а как проплыть-то? Херня огромная. Оно шевелится. Еще эти сердца. Все. Я не знаю, что это. Что происходит? Поплыли дать уже просто к берегу. Это новый издевается. Я не знаю, как этому мобу пройти. Он какой-то свет возвращения, я не знаю, реально.
Так как вообще такое возможно? Вот, реально, метро, она при всей своей красоте пытается не быть линейной. Но у нее это не получается. Прошел, по сути, день игровой. А это животное, которое она мне все время убивает, оно даже не сдвинулось. Вот это, сука. Что это, блядь? То есть, блядь... Вы понимаете, я спавнюсь, меня убивают. Спавнюсь, меня убивают. Эта игра меня ненавидит. Нафиг тут жить. Какая-то хрень, ну ей-богу, ну... Ну пипа. Спавнись, меня убивает. Это особенность игры, что ли? Изнасиловать меня? Ой, я даже уже специально еду себе принес. Хоть как-то отвлечься от этого. А вот хер тебя, все, не... Не достанешь. Что? Животное, блядь, его даже убить невозможно. Все, я тебя не трогаю, ты не трогаешь меня, окей? Окей. Вроде договорились. Ну и хорошо. Ну, причал. Охренеть, ну это реально бред, блин. Как вообще такое возможно? Такое, блядь. Еще и бессмертная падла. Новый вид мутантов, человекообразные существа. Одной пули достаточно, да? Две обоймы осталось. Как-то патроны сжираются нереально быстро, их очень мало. Когда там, да, Last Light, да, там все время они были под боком, потому что, ну, линейность. Вот же ж дрянь!
про этих, что ли? Ну, погони! Вау. Какой огонь, слушай. Варя, ты того! Поднимайся на крышу! Сейчас я крыло опущу! А как понес... А, вот все. О, подождите. Ну кто еще на? Все? Ну и хорошо. Чувствуйте. Фуригипс логотип или мне показалось? А, показалось-то. Чуть такое. А, теперь грибов можно собирать химикаты, да? Клёво. Кстати, на это что-то заметил, да? Правильно, сходи всё. Как забраться на... А, вот. Ну и хорошо, чё. Там это секта. Давай 5 патронов. Это реально мало очень. О. Опа. Так, подожди. Стабильность скорострельность, да, уменьшает. Но урон точно повышает зато. Давайте еще, подождите. Подождите, а можно четырехкратник на этот? На тихарь, у нас там плюс лишний. Нельзя? Ладно. Ну, потом похимичим, значит. Да получится. Ну теперь прям чистый коллаж. Нет, не совсем. Приклад легкий. Че? Ладно, сделаем, что так все и должно было быть. Там что-то есть. Вот там орал, типа, забирайся на крышу. А я просто как он меня увидел? А тебе, короче, если не ошибаюсь, то можно быстро прокликивать, и Артём будет быстрее заряжать его. Фонарик свой. А, тут и нет ничего. А, подожди, так вот желтая стрелка указывает. А, все, я понял. Это желтая стрелка у нас, короче, указывает, куда надо идти. Идет на стене, да, ух ты, ладно. Фига себе, он мощный. Да куда докинулся? А ты там когда расстреливай, я пока тебе буду думать, как пробраться. Здесь какой-то была ночлежка, да? Походу ночлежка была неудачной.
Обидно то, что ХП теперь не восполняется. То есть... Реально. Придется эти аптечки просто фармить нереально. Ну, не фармить, а делать. Побешено. Так, давайте сейчас посмотрим, как можно пробраться к нему. То мы все гораздо. А пострелять-то. А мы сдаем, поразмыслить не можем. Ну, по крайней мере, я-то уж точно. Нет, не сарказм, если что. Вот, а тут лестница. На крышу. А с крыши как подняться-то? К нему. А вот это же вопрос другой. Я так предполагаю. А, вот. Импровизированные мозги. Слушай, не мысли то, что ты эти упыри, здесь, в котором ты стоял, они... Кстати, проберутся и к тебе. Ну ты суров, братка. Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хоть мутанты, а дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу крачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали? Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а. Верят, а, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, а, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, во. А какой я сатанист? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой места немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы и ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу. Давай. Вон, видишь, босс, вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он, нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее, где вагонов куча? Это депо бывшее, там сейчас бандюки обосновались. Ну, вообще, место богатое. Да и вокруг ничего так, охота, и вообще, я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах, так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно, так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Давай. Своё логово. А, тут ты хрен проберешься, да, если ты уж мутантом. Все выгло. Я нашел интересный вопрос. Тут логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но опасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся, пробуй. Да прям-таки, можно прям все трогать. В общем, братка, я этот чемодан не только что-то виду. Мозгов там девать некуда.
А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем, братка, на восток. Зон играет. Ну да, так. Переживаем апокалипсис. Нифига. Я вот тут у деревенских махрой разницу успел. Ну, пока не думал еще. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня не бредны, не смогут. Ресов-то мало. И патроны надо выйти все. Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Но ты вообще их, если встретишь, лишний раз в драку не лезь. Они темные, ну как пивные бутылки. Небось, махину вашу, как уедали, сразу полные штаны. Ну а то судный день. Прибыл точно по расписанию. Ну, не нам лишь детям их мировать. Теперь нам дали трос, который нам пригодится в поисках этой мички, о которой я говорил. Так. На выдохе. Все меньше и меньше. Клево. Ну давай. Застрял, что застрял? Да вы издеваетесь. Я не могу так сказать, да. Еще эта паскуда объявилась. Охренеть, блядь, то есть теперь я тут замурован, еще хотите сказать, да? Че, аномалия? Тянут находится. Сзади нас. Вечно фильма. Серьезно, тут нет ничего. У меня 4 патрона на калаш. 0 патронов на дробовик. Заряжай.
охренеть, блядь. Вот я реально, вот я никогда не думал, что в метро у меня возникнут проблемы с боеприпасами. В метро, Карл. Я все по нулям. Кроме пневмы. Где это тоже долго не протянет. А мы, кстати, до нычки дошли. Она. Слава тебе, Господи. Сейчас рано, слава тебе, Господи, потому что я долго не проживу, мне кажется. Здесь не будет ничего. Опять этот баг! Минуту назад. Ну давайте. У меня еще вчера был такой баг, то что я поставил вот эту. Ну, я, конечно, залил вот этот баг. Блять. Я залил бензин вот этот мотоблок. А у меня не запустился. Я что, запустился, там звук был, но у меня руки не появились, и свет не загорелся. Это все должно быть. Ой. Опять полчаса ждать. Ну, почему загрузки метро Эксос такие долгие? Загрузки главы еще куда не шло. Загрузилась. Слава тебе. Я очень много раз говорю одну ту же фразу. Слава тебе, Господи. У некоторых людей может получиться впечатление, что я православный. Не знаю, не православный. Рыба. Ну вот. Тут нету бензина, надо заправить. Берем вот эту хрень. Полная, ну по сути. Приходим сюда. Заливаем. Сейчас все нормально. Что за бред? Вот, в доме не загорелся свет. Входим сюда. Поворачиваем. Открываем. Все, что ли? Что нет ничего? А вот, да. Так, сейчас вот тут будет ложбинка креста. А вот. Собираем. Чтобы хотя бы было хоть что-нибудь. Пистолетные. Разберем.
А, тут все равно не хватает, да? Так. Дуплет стоял. Так, ну все, да. Из берега утаскивала. Напрыг. Ты смотри, кто пожаловал. Ну, здравствуй, еретик. Пришел верных испытать. Оружием своим нас запугать хочешь? Не выйдет. Ишь, каков смельчак! В мирных людей ружье тыкать! Но не выйдет у тебя ничего. Не отречемся мы от год. Ишь ты, лампы бесовской не светит, ствол спрятал. Гляди, хоть и еретик, а все ж с человеческим обхождением. Понимание какое-то есть. Может, и не совсем пропащая душа. Да где там? Она у них, у еретиков, есть вообще душа-то. А ты глянь, какая бронь у него. Сразу видно, нечестивая. Воинам-подвижникам бы этакую. Ну, только чтобы ее отец Силантий осветил сначала, понятно. Так мы бы бандитам этим пришлым ни за что бы не уступили. Ни депо, ни вышку, ничего. Все наше было бы. В капусту бы их покрошили. Соблазн это. Соблазн техникой, могуществом ее. Все от сатаны. Я понял, пацаны. Я, пожалуй, пойду. Так. Куда нам? У нас пропал Ан, что-то давайте пойдем проверим по местечку. Ну вот, всё, в принципе, можно уже пешком бежать. Все, отстало, да? Занырнуло. Ну и слава тебе, Господи. Так, слава тебе, Господи. Почему мне это выражение так приелось? Кстати, еще один вопрос. Почему Ермак говорил то, что до 111 километров дорога чистая, а в итоге мы проехали аж 1000 километров, и все в порядке? Да, радиация есть. Ну это дать из аномалии. Там кто-то есть. Подождите. Назад. Бандиты? Парни не обессудь, но желаю сильнейший. Вон он, пацанчики! Клёво. Я ошибся. Ой. А. Все, брату. Я думал, у меня под уходом ножи стоят. Ну, тут как всегда. А, оказалось, нет. Ну и хорошо. Хотя патроны прилетели. Вот правда, что. А, вот, да. Фига себе он включил. Где?
Слушай, а где твое оружие, братка? Где-то там, может, отдашь, нет? Понятно, не отдаст. Так, а тут... А, вот! Всё, туда надо идти. Сейчас мы правильно камни идём. Ну... Типа вот, да. Так, упырь. Я хотел упомянуть. Поставим рядом. Перегрелся. Нет, если у него нет патронов на дробовик. Хотя бы на калаш есть. Кстати, а когда хоть стая больше всего активна, днем или ночью? Не помню. Что-то есть у нас. И кто-то стреляет, я сейчас скажу больше. Графон прям в глаза, да. Интересно, опять их люди. Так. Да. А чё будет, отметилось это? Отметилось? Клёво. Там кто-то есть. Я так полагаю, это нехорошие люди. Да, нехорошие, очевидно. Походу бандит. В воде. Так, это у нас что? Это у нас депо или что это у нас? О, господи. Какие рисунки? Ну вот, да-да-да, бандиты. Подождите, ну казалось ли там у него был лазерный прицел? Ага. Давайте лучше на тихарь поставим. Ухудшать, смотрю. Это смотрю прямо... А что-то они так чуть не говорили, смотрю, по-нехилому. После первых частей. Ну, все.
А может просто зажать, он сразу так возьмется, да? Окей, окей. Я не понял, нам про это место квест говорил или нет? Говорил там про депо. Огонь по нему постреляли, я думаю, я успею. Ой. Ну, я помню, кучка убежища бандитов. Еще я помню то, что оказывается не весь пол прочный в метро Exodus. Ну, получается, да. Так если даже тут бандиты, то все не то делают. Караван тут. Какие караваны? Тут, блин, только железная дорога проходит и все. В основном мир-то отрезан, а не отрезан от мира. То есть, ну. Там он. Там один говорил, типа, вот караван бы хлопнули. А чё хлопать-то? Тут караван, наверное, не ходит реально. Потому что ну толку от этих каравановцев. От кого, куда? Не, ну, может быть, там могут быть какие-то перебежчики, я и, в принципе, и не спорю. Спасибо должны сказать. О, кажись, попусти. Реально, им же лучше будет. Так. Ну я хотел услуг. Ладно, фиксим. Да что хоть, я даже не видел ее. Не, я думаю, я на этом закончу свой недострим. Всем спасибо за просмотр, если вы досмотрели до этого момента. В общем, всем удачи и всем пока.